Всем привет! Сегодня у нас Сомнус на Мипа. Отметим ранги в данной игре. Видим, что у нас одни девочки из аниме стоят на аватарках. Ну, ничего страшного. Отлично! Эмо делает ФБ. Это игрок из команды IG. Отличное начало игры, кстати. Видим, что команда дальше идет и забирает еще и Широ из команды LGD. Это кор, как я понимаю. Отличное начало для команды Radiant. Уже 2-0 и целая 1000. Вот это начало. Так. А можно увидеть, что у нас ребята собрались из топовых команд? И можно многому научиться у них, я вам об этом расскажу. Будем наблюдать за Сомнусом, который играет на Мипо. Против него стоит игрок из команды IG Emo. Мипо вообще, в принципе, в ОД как бы очень сложно будет ему до 6 уровня. С появлением 6 левелом куда проще. Быстренько можно пробежаться по его закупу. Он купил 2 циркулетки, 2 веточки, топорик и тангусик. ОД в противоположную сторону купил веточки об Вартибе и корону. Что, в принципе, неплохо, чтобы выходить в ранний метеор. Ждем появления клонов на Мипа. И тогда он хоть как-нибудь будет выигрывать эту линию, потому что ОД должен изнасиловать просто в ноль его. Хотя мы видим, что Мипа с очень хорошей вероятностью пока выигрывает мид. Он задонал целых 5 крипов, и целая пачка идет на него. Что просто да невероятно классно. Немножко получше он играет, и немножко получше он стоит. Имеет 8 брони герой, достаточно плотный, и 58 урона. Он ловкач. Ого, он прям агрессирует очень сильно на данного персонажа. Пытается ему что-то сделать, отводит пачку на дальнего крипа, чтобы линия пушилась в его сторону. Взял сеточку в один, взял все скиллы, точнее, по одному. Может как-нибудь играться агрессивно, пробовать сетку дать и пуфнуться в данного героя и убить его же. Реносит себе новую шмотку. На ловкость урон становится больше, брони становится больше, кидает сетку. И ничего остального не делает. Нажимает пуф, забирает рейнджа. Отводит крипов на вторую руну. Забирает руну. Выкладывает шмотки. И восстанавливает себе чуть-чуть больше здоровья, чем нужно. Ну вообще, против рейнджа милишникам уже не сильно приятно стоять. Вот, агрессирует АД как можно жестче. Мипа себя чувствует очень плохо. Возможно, можно и закинуть. Так, нужно немножко поаккуратнее играть. На левеле 4 у него есть клон. Вот я о чем и говорил. Теперь с клоном будет намного проще стоять. Можно пуфаться обычным мипом. Но как-то мы видим, что он не особо-таки и реализует этот пуф. Убегает мипа своим забирать руну богатства. А остальным мипа просто фармит мид. Нажимает пуф на следующего мипа. И он уже здесь. ОД прячет одного мипа и чувствует себя превосходно. Разбивает лицо одному, и тот пытается хоть что-то сделать, но не особо ничего не получается. Вальяжная игра в центре. Мипы стоят очень проблематично, но это один из лучших мидеров, считается сейчас очень сильным, особенно если взять какой-нибудь аганим ему быстрый. Какой-нибудь Атос, и тогда просто до невероятности мип станет просто неубиваемым. Потом куда-нибудь Скади, Блинк, и все. Ты буквально, ну, невероятным становишься. Основным мип утпшивается на базу, чтобы восстановить себе здоровье, а другим стоит и пытается хоть что-то сделать. Крипов у него уже больше, чем у основного мипа. Точнее, чем в другом мипе, здесь же подходит Бетики, это смерть на УД. Отличный выход от команды Дайр на 4-й минуте. Сетка через 4, можно немножко давить дальше, но нет, не особо хочет. Пушит тир-1 тавр, наживается глиф и отходит.
Очень мало здоровья у Мипа, хп 50 остается. Здесь же подходит Сайленсер и нет, убегает. Нужно бежать на базу, восстанавливать здоровье основным Мипом. Точнее, это был клон, основной Мип у него чуть-чуть получше дела. Но все равно, все суппорты вышли. Игра строится вокруг мида в этом патче. Поэтому обычно все всегда и выходят и облизывают мид. Если у мидера все хорошо, то вы и выиграли игру. Остается фармить лес. Основным мипу, точнее, клоном убегает он на базу, чтобы восстановить себе здоровье. Мне кажется, ты можешь клоном притпшиться на основного, а основного кинуть на базу и потом с тпшки притпшиться, либо через пуф. Да, он именно это и хочет сделать. Чтобы как можно больше восстановить себе, как можно меньше даже тратить экспу и здоровья. Где-то умирает Хардбрейкер от Сайленсера. Немножко загуливает данный персонаж. Корона у него появляется. По крипам Мипа стоит лучше. Метеор уже у ЭД. Как же много урона он дает. Очень хороший тайминг у него появляется. Даже и имеет одну смерть. Нужно как-то постоять немножко по сейвовей. Пуф закачал в 2, я не увидел, кстати. Отличная сетка. Метеор юзается. Очень мало здоровья. Мипа 6 уровень, это будет ультимейт. И все, нет, не качает ультимейт. Почему-то не нажимает туда, не хватает маны, видимо, не хватает маны. И Мипа выживает на 50 хп опять. Ё-моё, как же ему повезло. Если бы Одеза юзал бы ультимейт, он бы просто бы умер. Так, здесь заюзаны стаки, можно отвести еще раз и потом зафармить это еще раз с еще одним мипом. Активку мы не увидели никакую. Нет, он выдвигается, все-таки хочет забрать мид. Очень хорошая игра у нас, кстати. Счет 7 на 5. Очень много делает у нас Хардбрейкер в игре. Какие-то невероятные вещи просто. Уже имеет 5 уровень. Для четверки это просто невероятно, как много. Нужно бежать забирать стаки. Левел 6 есть. Есть пуф 3. Можно, в принципе, пуфаться и убивать все это. Будет очень ранний выход в Атос. С Атосом уже можно идти просто агрессировать максимально много. Он тебе даст невероятно много тоже. Просто там уже 1000 здоровья. 12 брони имеет данный герой. 1200 здоровья. Ё-моё, как же много. В 10 минуте, в принципе, Атос и реален. На 8 минуте появилась активка в топе. Ее, скорее всего, забирает Эмо. Да, это руна иллюзий. Нажимает в основном мипа, ну и не спасается никак. Здесь же разбег нажала бара. Выбегает на него, левел 5 она имеет, не 6 уровня. Здесь же мип разбивает вард и криповчиков фармит в центре. Был минимальный выход на этого героя, но его так быстро не убить. Стакает себе лес, видимо, хочет. Нет, не захотел, просто захотел зафармить лесок. Это непонятно зачем. Мог здесь стакнуть, там стакнуть, потом зафармить здесь, зафармить там и все. Непонятно немножко реализация. Выход на мид от команды Radiant. Пытались они забрать Radiant Tower, никто не хочет даже дефать, к этому мипу не притпшивается. Скорее всего заберут просто на халяву. С метеором на ОД это что-то невероятное. 9 минута, падает Radiant Tower, можно стягиваться на любую другую линию и забирать оттуда Tower. Мне кажется, можно забрать в топе, потому что линия была проиграна. Откроем уже нетворсы. Да, очень мало имеет сам Мипа, очень мало имеет дровка. Нужно как-то камбэкать, что-то делать. Очень много, кстати, имеет Энигма. 5000 целых. И невероятно мало имеет морфлинг. 8600. Унизили, скорее всего, этого морфлинга снизу.
получает он просто копейки. Четыре взял пуф. Пытается ему что-то сделать ОД. Забирает он активную руну сверху. И убегает. Здесь же получается бабка в центре. Юзает ультимейт от Дэна. Забирает стик. Мипа забирает бабку. Нажимает сайленсер сала. Бежит за сало. Нужна сеточка. Сеточка есть. Пуфики. Отлично. Замедление. И умирает сайленсер. Дабл килл от Сомнуса. Очень мало хп у... ОД его забирает Бэтрайдер. Размен плюс товарами и преимущество команда Дайр. Отличный выход от Сомнуса был. 2 в 0 даже вышли. Минус плюс ультимейт Сайленсер и плюс ультимейт от ОД. Невероятно много. Мне кажется, вот играть на Мипо в этой игре невероятно сложно, потому что есть ультимейты как у Тайда, как у Снэпфайра, как у ОД, которые бьют именно в масс. Еще же есть Сайленсер с ультимейтом, тоже очень приятно. И вообще, в принципе, очень сложная игра на Мипо и для Мипо. Так что будем смотреть и наблюдать, как вообще играть против невероятно сложного пика в этой игре. Выбирает энчентов стак. Можно забрать еще чуть дальше энчентов. Можно пробовать выйти на Тайда. Но у Тайда есть ультимейт. Есть метеор. Как-то опасно в основном выходить на данного героя. Шесть тысяч имеет Мипа. Быстренько камбэкнул, кстати, своим даблкиллом. Очень сильно ему это помогло. Руна хосты он имеет. Здесь сайленсер. Нужно ловить атос. Разбег. Сетка. Отличный килл от Сомнуса. Можно также попробовать словить его ОД. Если команда поможет, нужно сделать разбег на братруме. Разбег на братруме сделан. Бежит и нет, останавливается, не хочет идти дальше. Миндасия покупает ОД. Понимает, что игра против Мипа будет необходима много золота. Игра может немножко подзатянуться. Поэтому он забирает себе меда, собирает. Сайленсер. Ультимейт. Ультимейт от Тайда мы видим. Ультимейт от Бейтика, который тянет сайленсера. И умирает Тайд, умирает Снэпфайр. Какая-то непонятный был замес снизу, непонятно даже за что он был. Просто были нажаты спылы, и на этом все закончено. Ну да ладно. Ничего страшного. Также где-то умирает сайленсер от Бетика. Какой-то просто невероятный идет фит от команды Дайр. От команды Реднит, извините. 10 левел имеет Морфлинг. 0-1-0 играет. В игре он пока не присутствовал. Он пока все это время фармит. Имеет он 6400. Никакого вообще прям страха против этого героя не испытывают. Не боятся его. Нужно как-то выходить на топ-тауэр, если они все стягиваются под него. Есть ультимейты. Есть почти блэкхолл, мне кажется, скоро будет. Нужно посмотреть. Нет. Блэкхола нету. Нажимается смог от Бейтиком и Братрумом. Хотят найти Морфлинга. Находит ОД. Нажимается Атос. Прячет себя ОД. Ну давай, Сомнус, давай, дай сеточки немножко. Как ты так? Не получается. Отличный ультимейт от бабки был. Отличная сетка была все-таки заюзана. И отличный пул был сделан. Нужно ловить еще сайленсера. Он здесь убежал недалеко. Нет, запутался немножко в веточках и убежал. Отличный атос был заюзан. И все-таки сайленс отправляется в таверну, как и вся его команда почти. 8200 на данный момент имеет Netwars. 12 левел. 6 на 0 играет Сомнус.
Немножко не хватило урона на данного героя. Если бы команда бы дала бы все сразу же в этого героя, Мип, по-моему, бы умер бы. И замес уже бы не такой бы получился бы. Вот Д уже здесь, запрятал Энигму, нужно кидать сетку. И пуфается от ними Мипа, и все на этом. Также уходит с Тайт. И Снэпфайр уходит туда же. Да, как-то совсем не ладится игра. Может быть, получится как-то на камбэках, как-то, ну, если они нажмут все ультимейты в одного героя, то вообще не поздоровится. Аганим появляется на 15-й минуте у Мипа. Просто невероятные тайминги. 7000 преимущества уже имеет команда Дайр. Аганим, он просто невероятный. Он делает мега Мипа. Этот герой складывает всех Мипа в одного Мипа. И может... может кинуться в верхний Мип и нанести урон и замедлить его. И также увеличить себе ХП и ману, и броню. И данного героя убить будет просто невероятно сложно. Здесь же появляется Сайленсер, нажимается Мип, нажимается Пуф. И просто затыки вот этого героя, ничего не с этим поделать. Дальше идет Тайд, нажимается также сетка, но нет, на Тайда он особо не хочет. Здесь же летит Баратрум, но нет, разворачивается, боится. Сомнус всем говорит, что нужно бежать на топ и сносить топ, а не загуливать во вражеском лесу. Также отличный шарт на Мипа можно прикупить, и Сомнус это делает. Он покупает, это называется дик с английского. Закапывание. Закапывает себя на 3 секунды и восстанавливает 35 здоровья от максимального запаса ХП. То есть, чем больше ХП у него, чем больше он и восстановит себе здоровье. Просто невероятно. На тебя идет ганг, и ты просто закапливаешься и выживаешь на невероятных просто моментах. Следующее, что он хочет купить себе, это дагер, чтобы реализовывать быстро Мипа, Пуф, сеточка, Атос. Как можно больше контроля было. Но невероятно быстро фармит и морфлинг. 1-1-1-1 он имеет на данном этапе игры. И 9400. Догоняет тем самым Мипа. Хотя Мипа просто невероятно фармит. На 8-0 он играет данную игру. 800 золота уже имеет. Почти у него уже даггер есть. Ну, относительно почти. Забирает просто вражеский лес, свой лес и энчентов. Уф, как же много он имеет. 14 левел. Сюда же заходит ультимейт от Баратрума. Здесь же все Мипа пуфаются и умирает просто. Ничего не можешь с ним поделать. 7000 преимущества уже имеет. У Дейгра совсем не пошла. Хотя я думал, что в центре он должен выигрывать мид. Он должен его прятать, убивать. Это Эмма, это из IG. Это, ну, это очень сильная команда. Китайские команды. И просто посмотрите этот паблик. Они просто фитят, они просто бегают и умирают. Мипа просто берет и насилует его. Атос надо нажимать. Сетку и пуф. Отличный был ультимейт. Здесь же морфлинг. Отличный сайленс. И загуливает Мипа. Вот это драка. Вся команда пришла, и они отвоевали все преимущество. Ну как, 2000 отвоевали. Убили Мипа, убили Бетика, убили Бару. Заработали просто невероятное количество золота. Вырвался ОД. Неплохо. Очень неплохо они заработали. Икспы заработали нереально много. Золота заработали еще больше. Ух ты, совсем молодцы. И пошли забирать свой лес дальше, фармить. Немножко загуляли данные ребята. Посмотрим, что у нас у Роксы, у Шира. Есть уже тот же самый Аганим, Роган Лэнс
и Falcon Blade. Очень хорошо, очень хороший тайминг. Можете посмотреть, кстати, игру. На моем канале у меня вышла игра про дровку от Яторы. Играет примерно через этот же билд. Интересная игра вышла тоже. Что у нас у Морфлинга? На 20-й минуте у него есть Мантастайл и буквально ничего. Чтобы сбивать какой-нибудь, я не знаю, тос или сбивать какую-нибудь сетку от того же Мипы и выживать. В принципе, неплохой выбор. Мипа стягивается на Рошана. Мигает Сомнус. Рошан просто разваливается на 20-й минуте. Хочет, скорее всего, себе забрать его, Эгиду. Вот он закапывается, просто восстанавливает себе просто невероятное количество здоровья. Этот мип это просто невероятно. Забирает себе Аегис Сомнус, юзается смог, и команда выдвигается по боту. Видит на обжектите только УД. Может купить себе даггер. Юзает пуф на мип, юзается еще одна сетка. Также нужно еще одну сетку кидать, отлично. И данный герой просто умирает, никак не спасаясь. Ничего не удастся поделать с этим мипом. Ни форстафов, ни глимера, ничего нету. Он просто бегает и насилует эту карту в соло. 9-1 играет. У него появляется блинк. Можно поставить какой-нибудь скади. Да, он ставит скади, у него плюс хп, плюс к замедлению. Уф, этого мипа будет очень сложно остановить в данной встрече. Выход на Тайда. Тайд немножко загуливает. Тут же мипа с даггера притпшивается. Наносит кучу урона ему. И Тайд просто умирает. Нажимает ультимейт. Выживает. Не хватает мало урона. Есть же также ультимейт от... ставится супер мип. У него 4000 здоровья. Посмотрите, просто его не убить. Еще один сайленс. Здесь же морфлинг. Отличный ультимейт от снайпера. Отличный блэкхол под вторым героем. Не сбивает его. Отличная сеточка. Нажимается пуф на мипа. Нужно убивать ОД. ОД очень мало хп. ОД себя прячет. Убегает ОД. Никак его не достать. Нажимается сетка. Хочет сильно, очень сильно хочет эйс. Если эгис теряет эгис мип, нажимает байбек ОД. И как-то тебя не остановить, тебя слишком сильно тебя убьют. Закапывается основной мипа, и буквально ты ничего не можешь этим поделать. Нужно нажимать мип, попуфаться, и все равно ты умираешь. 4 в 0. Нажимается 1 вебэк и 2 вебэка. 4 в 2. И плюс еще Аегис. Вот это да, вот это камбэк. Вот это интересно уже становится. Не просто так. Вот это Морфлинг, который превратился в Бетика и просто изнасиловал всю команду, не давая ничего им сделать. И Black Hole был заложен просто ужаснейший. Мне кажется, нужно было купить какой-нибудь БКБ и нажимать Black Hole, и тогда был бы какой-нибудь результат. Хекс. Хекс выбирает. Кстати, да, Хекс отличный выбор на мипа. Еще один микроконтроль. И почему бы и нет? Отличная игра от Морфлинга, кстати. Очень много он залутал с этого файта. Купил он себе Аганим, чтобы забирать как можно больше статов. Но он по фикшену, как мы знаем. Он уже обогнал Мипа на 600 золота. Обогнать Мипа даже это невероятно сложно. Потому что Мипа это еще тот герой, который просто фармит невероятно много. И имеет невероятно много количества и золота, и экспы. И чтобы его обогнать, нужно просто невероятно что-то делать, чем-то заниматься. Молодец, Морфинг. Очень молодец. Немножко в глухую оборону команда Dire стала играть. Боятся что-то сделать, потому что очень жесткую оплеуху они получили. И сутся что ли выходить. Не видят никого вражеских из команды. Возможно, какой-то был смог от команды Radiant. И боятся. Нет, видят ОД, видят Морфинга сверху.
и отходят. Глухой фарм. Немножко мы ускорим игру. Нипа отпушивает топ. Нажимается смок от команды Radiant, мы видим. Есть все ультимейты. Есть тайт в топе, точнее сверху. Вся команда находится в смоке. Снэпфайр. Здесь же сайленс. Нажимается сайленс. Отличный, отлично вывезли сайленсера. Но сайленсера это уже было не то, потому что сайленс уже был заюзан. Нужно отходить к команде Дайр. Точнее, команды Radiant от этого. Отличный был наюзан ультимейт от Тайда. Наносит много урона по Тайду. Мипа отзонил двух героев. И нужно убивать этого героя. Нужно убивать Морфлинга. Отлично, Морфлинг умер. Нужно убивать Снэпфайр. Дальше Снэпфайр, сеточки. Немножко путается он в кнопочках. Я вижу, что играет не особо уверенно. Умирает также сверху Тайт. Умирает также сверху ОД. От Широ. И буквально все на этом. Отзонили команды. Нет, точнее, Мипа отзонил двух героев. Из-за этого все пошло не так, как нужно. И был отличный Black Hole заюзан в Морфинга. Немножко поспешил сайленсер, нажав так рано сайленсер, сало свой ультимейт. Нужно было дождаться ультимейта от Энигмы. Избить ему Black Hole. Слишком рано это было сделано. Тем самым это была ошибка допущенная, что они просто раздолбали им мид. Здесь же притпшивается Тайт, очень рано он это делает, зачем-то непонятно зачем, здесь же вся команда. Как он хочет задефать одного мипа в соло, это просто невероятно. Ну как-то пытается, что-то пытается с собой поделать. Но мипа сеточками, можно же даггер пофануться, здесь же морф. Можно ловить этого морфинга, один в два, один даже дерется в четыре, нажимается сало. И буквально ничего, по одному они просто идут. Это очень глупо, очень непонятно, зачем они это делают. Здесь же ОД. ОД идет также физить. Здесь же сало. Можно как-нибудь попробовать его словить. Нет, никак не ловится. Сносится бот. И на этом игра заканчивается. Чуть ускорим игру. Нажимается ультимейт от Снэпфайра. Ничего с ним нельзя поделать. Здесь же Тайт. Непонятно, зачем нажимает все свои спылы. Пытается хоть как-то оттянуть время. Нажимает отличный ультимейт. Но все равно. Просто бьется трон. Просто наглухо прется трон. Есть ОД, можно нажать ультимейт через одну секунду. Хоть как-то что-то убить. Попробовать убить кого-нибудь. В этом есть ли смысл? Хоть малейший. Нет, играют до последнего, отзонит, умирает Мипа. И затягивает игру еще дальше, затягивает. 17 тысяч преимущества на данный момент. Ускорим игру, посмотрим, что они хотя бы хоть как-нибудь реализуют ли это. Отпушат эту линию, может быть, заберут Рошана. Рошана еще нету. Нападение идет на Роксу. Отлично, умирает еще Рокса. 17 тысяч до 14 тысяч. Рошан появился. Можно забрать Рошана. Непонятно, где он. Скади тем самым появляется у Мипа. 20 тысяч на творс он имеет. Ставит себе хекс. Дабл дэмэш, активку забирает. Умирает брат Рум в боте. Хочет забрать они последний тавр в топе.
Стягивается вся команда. Есть ультимейт на Бетике, есть ультимейт на Энигме. Сюда приспешивается Тайд. Есть ультимейт на Тайде. Нужно немножко поменее, поагрессивнее стоять. Отличная реализация, как я и говорил. Забирают Рошана, забирают себе Аегис АД. Умирает Снэффайр, непонятно где вообще, что ты там, что ты там делаешь, загульно просто остаешься. Ой-ой-ой, ловит ОД, отличный стан от Энигмы, медный пульс нажимается, и ты просто с руки заваливаешь этого героя, ничего не с ним поделать, буквально ничего. Отличный сыр был заюзан на данного героя, и он просто выживает, и посмотрите, умирает Мипа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Даже Блэкхол никак не нажмешь, потому что Сава просто нажмет и снимет его. А вот это уже камбэк начинается. 9000. Отличная просто реализация была сделана. Отличный сыр был заюзан. Аегис, Энигма. Аганим. Линка появились и Кристаллис у Морфа. Четвертая смерть на Сомнусе. Ошибки, ошибки делают. И нужно было как-то убегать от этого ОД. Но они почти его убили. Не хватило немножко. Но этот сыр, он просто спас ему жизнь. Если бы не сыр был, я даже не знаю, что было бы. Но этот Тайтан тоже невероятно жирный, невероятно плотный. Блин, даже как-то интересно стало, кто же выиграет эту игру. Очень хорошие камбэки они делают. Даже можно и выиграть. Десять секунд до мипа. Ускорим немножко игру. 4 секунды. Есть Аегис. Можно как-то не спешить особо. Нет ультимейта у Тайда. Нет ультимейта у... ОД. Можно в них пойти, но у них Аегис тоже как-то не особо хочется. Что у нас по байбекам? Надо только найти, что у нас. Состояние выкупа. Есть у Морфа, есть у ОД, есть у Сала. Угу. Даже идти особо не хочется, потому что на мипа, на байбека 600 золота. И они могут убить этого же мипа и пойти просто по миду и снести буквально все. Успеют ли они снести? Возможно, да. У Морфа очень много урона. Плюс у них есть два метеора. Так что поэтому еще, возможно, есть шанс. Нажимается смог от команды Radiant. Отличный скан. Просто заюзан. Они просто понимают, где они, нужно убегать. На баре. Куда-нибудь хотя бы быстренько. Убегай. Убегай, человек. Они просто заюзали идеальный скан. Просто идеальный скан. Они просто их нашли. И спаслись. Видимо, Silver Age хочет себе купить Морфлинг. На последние бабки он покупает. Не хочет он себе оставлять байбек. Очень рискованно играет. У Мипа есть байбек. Нажимается два смока от команды Reddit и от команды Dark. Здесь же Бетик. Отлично, есть ультимейт. По Тайду, и Тайд умирает, ничего не может он с этим поделать, буквально ничего. В спину заходит Мипа. Отпушивает бот Тавр. Морфинг влетает в команду. Но Мипа просто хочет пойти сломать трон. Отлично, я слышу ультимейт. Вот и все. Без байбека с Shadow Dance. На морфлинге 5 в 0. Какая же глупая игра. Как же они глупо ошиблись. Господи ты мой. А могли на самом деле камбэкнуть. Оставить себе байбеки. Оставить себе все остальное. И просто кое-как сыграть. Кое-как выиграть, попробовать. Все возможности были. Все было. Но вот как-то вот так вот вышло все.
Всем спасибо, ребята, за просмотр. Всем пока.